Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Вы на канале Fragrance Mania, и сегодня я хочу сделать обзор аромата от дома Tom Ford, который называется Noir Extreme. Я уже разносил этот аромат, и у меня сложилось определенное впечатление по поводу этого аромата. Сейчас давайте обратимся к сайту Fragrantica, посмотрим на его ноты, на его аккорды, и потом я вам расскажу о своих ощущениях. Noir Extreme Tom Ford – это аромат для мужчин, он принадлежит группе «Восточные древесные». Noir Extreme был выпущен в 2015 году, парфюмер Sonia Constant. Верхние ноты – это кардамон, мускатный орех, шафран, мандарин и нероли. Средние ноты – это кульфи, роза, мастиковое дерево, жасмин и цветок апельсина. А базовые ноты – это ваниль, амбра, древесные ноты и сандал. И если мы посмотрим на основные аккорды, то это теплый пряный, сладкий, ванильный, древесный, пудровый, амбровый, свежепряный, белые цветы, фужерный и цитрусовый. Итак, как всегда, начну свой обзор с упаковки и флакона. Вот так вот выглядит упаковка этого аромата. Это упаковка золотого цвета. Спереди написано Tom Ford Noir Extreme Eau de Parfum 100 мл. Сверху мы видим логотип TF, означает Tom Ford. Сзади мы видим ингредиенты. И снизу мы видим баркод и бэч-код. Флакон, в принципе, хорошо сидит в упаковке. Он практически не болтается там. И сейчас я вам покажу, как выглядит сам флакон. Вот так вот выглядит флакон. Он, в принципе, довольно-таки минималистичный, он довольно-таки строгий. Здесь есть ребра и выбита буква F, а здесь выбита буква T. Я не знаю, ли это хорошо видно. Посмотрите, может быть, камера сфокусируется хорошо, и вы увидите. Тут мы тоже видим логотип. И теперь я нанесу аромат на руку и расскажу вам о впечатлениях. Итак, стартует аромат свежими и пряными нотами. Мне лично кажется, что это ноты кардамона и мускатного ореха на переднем плане дают вот эту вот пряность. Но буквально уже где-то через 5 минут эта пряность уходит на второй план, и на передний план выбивается кондитерская сладость. Это такая, знаете, гурманская какая-то сладость, немного пудровая, в общем, объедение. На самом деле в средних нотах здесь заявлен такой ингредиент, как кульфи. Я до недавнего времени вообще не знал, что это такое. Я посмотрел в интернете. Оказывается, это индийское мороженое, которое сделано по специальному рецепту. И вот, скорее всего, здесь именно доминирует сладость вот этого вот мороженого. Немного с таким, знаете, запахом, как пломбира. И, в принципе, вот так линейно аромат уже звучит до самого конца. Аромат мне очень нравится в своем звучании. Он сделан очень качественно, он не химозит, у него нету выпирающих каких-то нот, у него нету провалов. Он звучит очень, знаете, комплексно, как хорошо слаженный оркестр. Я даже не хочу раскладывать его по нотам, что я ощущаю, потому что здесь все ноты сбалансированы очень точно и очень хорошо. Этот аромат заявлен как мужской, но я лично не сказал бы, что он чисто мужской. Я бы, скорее всего, отнес его к юнисексам, потому как я видел, что на Фрагрантике очень многие девушки и женщины пользуются этим ароматом и любят его даже больше, чем женский нуар. Если говорить про стойкость и шлейф этого аромата, то стойкость у него средняя. На моей коже аромат отчетливо держится где-то первые 4 часа, а потом он уже звучит очень близко к коже. И если говорить про его шлейф, то шлейф отчетливо чувствуется где-то первый час, и потом он уже тоже звучит близко к коже. Если говорить, кому подойдет этот аромат, то, как я уже сказал, для меня этот аромат юнисекс, он подойдет и мужчинам, и женщинам любого возраста. Если говорить про время года, для которого лучше всего подойдет этот аромат, то мне кажется, что он подойдет лучше всего для более прохладного времени года. Это весна, осень и зима.
Если говорить, на какое время суток предназначен, то мне все-таки кажется, что это более вечерний аромат, потому как у него звучание более, знаете, такое какое-то вечернее, глубокое и интимное. И если дать ему оценку по 10-бальной шкале, то по флакону и упаковке я дам ему 10. Выполненный флакон и упаковка очень хорошо. И если говорить про оригинальность самого запаха, то тут я ему тоже поставлю 10. Звучит он великолепно. И мне очень нравится. И вообще он многим нравится, этот аромат. И если говорить про его стойкость и шлейф, то тут я ему поставлю 8,5, потому как я все-таки считаю, что для такого аромата 4 часа на коже отчетливо и час-полтора в шлейфе — это не очень большой показатель. И если говорить про его цену, то по цене я ему поставлю 10, потому как на сегодняшний день за флакон 100 мл я отдал 116 евро, и я считаю, что эта цена оправдывает стоимость этого аромата. Вот вы услышали мое впечатление и мое мнение по этому аромату. Как всегда, можете оставить свои комментарии под видео. Если вы еще не подписаны на канал, то рекомендую подписаться. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока!